Матч судят. Первый судья Василий Крылов, второй судья Илья Андреев, судьи наведения Александр Гафонов, Ирина Шакарова, секретарь матча Анастасия Абрамова. Все первая категория Санкт-Петербург. Главный судья Александр Петровский, всесоюзная категория Санкт-Петербург. Инспектор, арбитр международной категории почетных судья России Владимир Александрович Виноградов. Представляю стартовый состав команд. Динамо Ленинградская область. Номер 1 Владислав Новин. Номер 4 Антон Мельников. Номер 9 Дмитрий Волосов. Номер 13 Максим Бурин. Номер 16 Данила Кузьмин. Номер 18 Александр Волков. Лидер команды номер 2 Владимир Шишкин. Лидер номер 8 Александр Смолов. Главный тренер мастер спорта Олег Собрин. Старший тренер мастер спорта Ярослав Васильев. Белогорье. Номер 11 Петя Смолов. Номер 8 Павел Петрович. Номер 10 Илья Соболев. Номер 15 Сергей Чернков. Номер 16 Александр Гутерев. Номер 18 Егор Степанов. Лидер команды номер 5 Александр Зеленков. Лидер номер 20 Максим Семенов. Главный тренер заслуженный мастер спорта Александр Костов. Тренер заслуженный мастер спорта Вадим Кашин. Первая партия 0-0 на подаче Александрова. Thank you.
to your husband. Thank you.
usted. Thank you.
Thank you.
Thank you.
22, 24, thank you.
Thank you.
Thank you.
Балаковым, представитель Егоровского района номер 18, на площадку вышел Владимир Сомин, номер 19. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Bien. ¡Ay! ¡Gracias!
Oh!
Thank you.
Сначала мы 28, 26, третий банк выбрала команду Беладорию. Ah, yeah.
是给罗清洁的在吗？你呢？
Thank you.
Once it was, not its time of the world. Thank you.
Thank you.